Тэатр мя таго, чыё імя нельга называць. Міны Санкт-Петербурга наведалі Магілёў па запрашэнні мясцовай арт-суполкі разам. І зусім нестандартнае знаёмства з нашым гледачом адбылося ў антыкавярні «Чердак». Понимание вот наших людей обычно связано с такими рыжими дядьками, с носами в больших, да-да-да, у которых слезки, которые в больших ботинках бегают. Вот. Мы хотим рассказать о том, что это немножко иначе, чем себе все это представляют. Тут нема билетов, нема звыклого антуражу. Мастерство, кажут, без примусу. И еще вельми щирай. Уличный театр фишка в том, что ты должен играть роль себя. Не играть не кого-то роль, а именно себя. Твои эмоции, твое восхищение, это все выходит из, к людям, когда ты выступаешь. Фишка уличного театра – это когда ты вдруг, живя вот своей бытовой жизнью, там, по 8 часов работы у станка, даже не подозреваешь, что ты талантлив. Магчымасць самим стать артистами глядачы скарыстали за хвотой. Межи помеж сцены и залы и без того умовные хутка зникают зусим. Если ты ходишь, то ты можешь стать фокусником, если тебе это интересно. Это не так уж и сильно трудно. Очень необычный жанр. Очень так интересно было сюда прийти вместе с ребенком. Даже ребенку понравилось. Она с удовольствием смотрела, ходила на них. И сдалось, могилёвцы готовы сами долучиться до питерской труппы. Тем более, что с потребованием один ожидание. Все, что я видела, было очень позитивным, красивым, с конем. Вот. Было взаимодействие с залом, и это было отлично. Да, я разговариваю с конем. Я думаю, это та общая волна, которую умеют генерировать наши веселые ребята. У них столько внутренней вот этой вот энергии, они ее дарят так искренне, что люди раскрываются вместе с ними. Раскрывается их творческий потенциал всегда на наших общих мероприятиях. Даже не двойная, это десятерная нагрузка, потому что ты постоянно держишь во внимании много факторов. Ты должен слышать музыку, ты должен следовать партитуре номера, ты должен контролировать то, что происходит на сцене, где лежит реквизит, где сидит партнер, когда он должен выйти, сделать нужную реплику. Импреза в антыкавярне – свой особливый анонс фестивалю уличных театров, и сёлета упершиню пройдем в Гилеве. Я не буду рассказывать, какие приедут артисты и актеры, это секрет пока. Вот. Но увидите вы точно, это когда жизнь жители города Могилева станут артистами.